Ребят, у меня скоро... Меня чуть ли не весь двор собирал. Да? Скоро, я говорю, контент про подписчиков будет. Вот Самары приехали. Только Гаяна уехала сейчас вот. В общем, веселуха, ребят. Сел за ролик делать, но не дали. Конечно. Здравствуйте. Александр. Здравствуйте. О, ребят, тут, короче, целый этот. О, тоже это вот. Это колобок угощает. Все, спасибо, заходите. Сейчас, пожалуйста. Заходите. Помочь вам или что? Вот, это вам. О, тут все, целый, короче, груз. Самара рулит. Проходите. Колобок нельзя. Там. А, колобок хочет. Да вон кобель тут. Нельзя. Колобок, ну тихо. Колобок? Да подожди, куда ты в пакет нырнула? А это кто? Это новенькая. Да, это подобрали. Мы позавчера. Подобрали. Мы позавчера уезжали. Нельзя, колобок. Подобрали. Колобок, ну успокойся. Колобок, все, нельзя. Да, подобрал я дня три назад. Никак, уже. Никак, да, не отпускают животные, никак. Ну, ехала она прям на трассе, ее прям жалко стало. Ой, сколько мы шибленок видели, сколько мы... Ой, проходите. Просто. Закрывайте двери, закрывайте. Ой, тихо, колобок. Проходи, посмотри, заходи сюда. Тихо, все, все. Колобок! Колобок! Так, ёб, макарёк, что такое, ну? Наверное, от гостей. Так, ты посмотри на него. Нельзя. Да ёб. Агов, короче, дочь передалась. О, это спайк, это крутая фотка, да, я она скажу. Она рисовала вообще специально. Мы красиво. Вот она. Агов и что? Каналу Питбули Драгон Лайф, Отвертаев Радмила. Рада Волк мне. Рада Волк. Да. Радмир. С уважением и любовью. А Рада Волк это какая? Ну вот мы, она пишет вам комментарии. Как а, Рада Волк, да? А, спасибо мы большое. Мы вместе с ней пишем комментарии. Спасибо. Так, давайте вот это. Смотрим. Так, где это пока? В дворе, в доме. Ребят, короче, тут вообще не сосед, что хотите. Да. Колобок, ну ты что, малыш? А вам где? Пиво жигулевское с рыбой. Где? Волжская рыба там еще. Где это? Там. Здесь? Здесь. О, ребята. С завода, заводской пиво. Так, подписчики, приезжайте чаще. Настоящие. Да, у меня вот тортик есть, могу тортик. Нет, бросить. Спасибо, мы как бы это... Ну, хотите, пойдемте посмотрим. Просто колобок тут шумит. Колобок, все, успокойся. Это Кинка, можете глянуть сразу. Главное, молодец. Молодец. Колобок, ты чё? Шороху наводишь. Годзиночка, а это, а вот ты расскажи, такая. Здесь где-то, ты говоришь, столовая есть у вас. Да, она до 8, наверное. А, ну может еще успеете. Да, а то колобок. Пойдемте. А, да, ну да, ладно. Это, колобок, да. Видите, какой негостеприимный, уже прогнал. Вот сидят, у нас чуть темненько здесь. Так, а яврик, все, 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 все. Так, ну тут темно. Муж, какой ты вживую огромный, а? Он похудел, кстати. Похудел. Блин, тут темно, конечно, морда вечером. Какая. Вон там спарк, да, можете пройти. Девочка, молодец. Девочка, молодец, Катя, молодец, молодец. Так. Ой, Драколечка. Страдалец наш, какой ты страдалец такой. Молодец. Мальчик. Это да, они что со спайком газуют. Спайк это аж Киару трепанул за ухо до крови, блин, капец. Не, они друг на друга. Да я поняла. Они сегодня пипец тут бойню устроили мне. Да? Да, из-за мяча начали и что-то закусили друг на друга. Я хочу сказать, что все равно вот... Понятно, что Лили, они всегда как бы за
будут за первенство. Ну да. Вот они сидят, раз, два, три. Не, нормально, ну, сидели. Мяч вон там был, и они начали замечать. А сейчас... таковой... Не, ну, и то, говорю, вот да. Сейчас они зацепились, поэтому, а так они спокойно, да, друг с другом. Так, выключу пока. Судова, прогоняешь всех тут. Как злая бабушка. Вот, забирайте. Да, у нас старший брат Клопка. Все мои подписчики, все любят собачек, все собачками. В основном. Старший брат Клопка, вот такой колобок. О-о-о, колобок, нельзя. Что это? Колобок, ну чё ты, гав. Колобок. Сейчас, защищает. А чё она там нашла? Что-то было? Что-то там было, да? А, что-то вы даёте? Ну, видите, уже подкармливают наши подписчики. А чё там было хоть? Да пирожок с мясом. Все, молодцы. Да, раньше в этот дом никогда никто толком не приезжал, а теперь со всей России залетают. Конечно, ну я говорю вам... Зато немцы в этом доме даже были во Второй мировой войне. Да? Вроде, видите, так говорят. Какая богатая история. Да, у этого дома уже богатейшая. Отовсюду. Так, ребята, мы выключаемся, в принципе, что? Да. Ничего. Короче, малая воспитывает Колобка за хвост его тягает. Че гавкать на него? Иди давай до Колобка. Мы к тебе ехали. Да он и это, у него характер такой. Он везде должен газануть. Да ладно, ну что ты. Ну, малыш, тебе привезли. Конечно, тебе угощение столько привезли. Ты че, малыш? Да. Луна тебя всего обслюнявила, да? Он добрый сам, просто вот гавкучий. Ну мы смотрим, мы просто от него вот... Вот просто вот до такой степени хочется затискать все вот такое вот. Ну ему время надо, он такой вот, что-то он стал. Хотя, блин... Нет, вот тогда, помните, подписчики приезжали, его чесали? Да. Лег и лежал, все. Да. Всех подпустил. Смотри. Малая его за хвост тягает, а он терпит. Она за хвост. Ой, прикол. Вот это первый раз я такой. Кадры. Какая тоже будет, смотри. Да, а у меня выпусков будет, столько наснимал за эти дни, капец. Воспитанный питбулями волка. Да, да. Он ее охранял, от волков защищал. Так, там же лучики еще к шакам, и игрушки да, к шакам. Спасибо, спасибо. В холодильник поставим, тоже сегодня желудочки купил. Кладиться не любит. Он у нас такой. Такой этот кот ученый прям. А это Снежка у нас ласковая. Снежечка, девочка, какая ты хорошая девочка. Она за ним наблюдает, боится его. Что он ее... Деточка такая. А это бегает туда-сюда. Тоже она наручки любит, наручки. Она, ну, наверное, ласки-то не так... больно видела. Не знаю, прямо на трассе ночью. Как ночью, да. Бы, да там пипец, ей повезло, конечно. Такая вот девочка у нас. Ну, ну крупанка не будет, белка такая шустрая. Они еще не познакомились до конца. Все, все. Нет, скажи, здесь страшные животные. Все. О, подождите, давайте Колобка успокоим. Колобок! Опять? Да что же парень у нас вырос, а? Саша, ты что? Ты встал, ты сядь. Он не любит, когда выше них. Ползком. Так, ну ладно, мы... Ну, спасибо вам огромное. Я извиняюсь, как всегда, недовольный. В смысле, начало было, да. Она сразу сказала, говорит, Агу, будь недоволен, только без предупреждения. Да? Честно, только сел, говорю, все, и уже отдыхать хочу, и ролик на... И смотрю, думаю, да ёп, откуда у меня сил стоит? Хочу сказать, что такого канала, как у Агопа, ну, еще поискать. Спасибо. Вот, такие, да. Потому что его канал
пропагандирует даже, можно сказать, доброту, чистоту, любовь. Спасибо. Да. Большое. Любите животных, любите друг друга, людей, потому что помогаете и животным, и людям. Вот, помогайте друг другу. Золотые вот, слова. Да, да. Вот, вся Самара любит, смотрит. Я да, очень это... много знаю. У меня у дочери эмблема Pitbull Dragon Life. Она купила майку, да, ходила, искала, нашла, купила. Купила? Да. Ну, правда, Pitbull Dragon Life нет, просто вот ваша эмблема, которая... Помните, у вас на машине была? Ну, та, она распространенная, это не моя... Да, да. И вот она ходит в этой майке, то есть она ваша... Ничего, мы скоро мерч сделаем. Да, она просто под... ваш поклонник. Скоро уже год, обещаю. Вот. Поэтому, да, поздравляю еще раз тоже с 600 подписчиками, да, набрать несгораемую сумму. Всю страну и полмира. Спасибо большое. Вот. Ну, наберем да, еще. Да, да, да. Обязательно. Я думаю, что такой канал наберет, потому что действительно канал очень интересный. Ролики сногсшибательные у вас. Да. Да, мы смотрим вот на одном дыхании. На одном дыхании смотрим. Блин, да. Ну иногда нудятины попахивает. Иногда пересматриваем. Я посмотрю, позову его, я говорю, идем посмотрим. Я еще с ним посмотрю. Блин, вообще удивительно, когда вот мне говорят, там с семьей смотрю, я говорю, блин, я ж там себя веду и надо. У нас Радка выходит, у нее подружки, они обсуждают там вот это вот. Да ладно. Я вам клянусь, просто. У нас подписан весь двор на вас. Дети все практически. Так, Самаре будем привет на стримах передавать. Да, передавайте нам привет. Напишем обязательно комментарий. Еще раз напомните имена ваши. Саша, Наташа. Все, будем вам приветы передавать. Если пишем, то рада Волк. Рада Волк. Кстати, что-то я вот запомнил. Да, мы много вам писали комментариев. Да? И к стих вам в Инстаграме Радка писала, мы присылали вам, может быть, если помните. Спасибо большое, Ради. Это мы ваши, кстати, подписчики, еще вот с Колобка, когда взяли, совершенно случайно она уже давно, да. И Радка, она говорит, мама, посмотри, мам, Волк принял этого маленькую собачку вообще. И вот все, мы с Колобка так вот и смотрели, как он. А Колобок гавкает теперь, да? Я плакала ночью, лежала в подушку, плакала, когда он болел. Ой. Я переживала, вот так вот включала, быстрее. Он живой, не живой? Ой, это вообще, у меня прям... Там трогательно было, на самом деле. Трагедия была просто. Вот, поэтому вот привет, в общем, от нашей собаки тоже. Да, привет всему двору в Самаре вашему. Большое спасибо, что смотрите. Огромное спасибо за канал, за то, что вы нас так любите, и мы вас так любим тоже. Вот. А мы обычные, как и вы, поверьте. Да. Все подписывайтесь. Просто люди, зрители, спасибо. Подписывайтесь обязательно. Спасибо, ну все. Распалили. Ну ты все-таки расскажи, где это еда. Смотрите. Он говорит, очень вкусно, Сейчас время, очень вкусно. Сейчас, я не знаю, может вы успеете, вот сейчас спустите. Так, пойдем. Нет, Симба, нет, нельзя. Короче, малая тут шороху наводит конкретно. Пойдем, ты только ж кушала. Такая шустрая, молодцы. Они так Колобка любят, а Колобок тут ругался на них. Капец. Тихо, блин, наступит. Колобочек, иди давай. Шороху нам. Колобок, давай. Луна, ты куда идешь? Колобок, вали. Давайте. Че ты, с папаней не можешь дружить, да? Прям одинаково бегают, им нравится бегать. Муса не любит бегать по вольеру. Ой, ну с цепи он, конечно, красавец цепи. Красавец, графушка, красавец. Молодец. Не ругайтесь, не балуйтесь. Вот нам это не нужно. Все, все. Молитесь. Завтра вкусняшки будете кушать. Все, мала уже на Колобка там газует. Молитесь. Че, граф, тебе тут удобно? Тебе тут удобно, красавчик. Тихо, неситесь. Да. Смотрите. Чего это? Пойдем, пойдем, чуть-чуть.
Дымка. Лазик у нее уже прошел. Все прошло у нее. Вот она хорошо. Когда приехала, она сразу привыкла, не боялась совсем. Сразу поела и спала со мной на кровати. Котиков она наших не боится, а они ее почему-то пока боятся. Она забирает еще еду у нашего котика Абрикоса. Покажи Абрикоса. Вот он спит, Абрикос. Он ее немного боится, побаивается. Остальные котики пока гуляют. Еще два кота у нас. Пойдем на улицу ее несем. Первый раз я ее сейчас во двор вынесу. Через дверь она уже знакомилась с собачками. Она их не боится. И они ее не трогают. Сейчас попробуем. Это Бим. Это Бим и Тиша. Опа, на Тишу она кинулась почему-то, он ее испугался. С Бимом она нормально. Бим у нас вообще любит кошек. Любитель кошечек. Первый раз мы ее вывели на улицу. Так она жила все время в доме. Я боялась ее выпускать, чтобы она не убежала. Так она не знает еще нашу местность. Ни разу она не нагадила. Очень культурная кошечка. Все время ходит в туалет на место. Тишка, отойди. Что еще рассказать? Очень я довольна этой кошечкой, Димочкой. Спасибо Агопу. И Оксаночке особенно спасибо за Димочку. Хорошо, что мы познакомились. Вчера смотрела видео про Чернышку. Понравилось мне видео про Чернышку. Очень люблю, когда выставляет Елена. Спит со мной на кровати. Иногда спит с сыном тоже. Ну, на подоконнике. В общем, где хочет, там и спит. Снимать. Если будет что-то еще интересное, я еще сниму, буду высылать.